Сегодня в перинатальном центре много гостей. Родители с рождением первенцев поздравляют в рамках проекта «Крепкая семья». Подарки предоставили местные производители. Это распашонки и родильные наборы. От имени Тувинского регионального отделения партии «Единая Россия» и от себя лично решил поздравить молодых родителей сегодняшним днем, в день, международным днем защиты детей. В этот знаменательный день приехать с коллегами и поздравить вот наших молодых мам с этим событием. Поздравляет родители и «Единая Россия» родителям благополучия, малышам крепкого здоровья. Пожелали им в первую очередь крепкого здоровья, во-вторых, благополучия. И партия «Единая Россия» этой акцией также поддержала местных товаропроизводителей, которые выпускают продукцию для маленьких детей. Родильные наборы также направили для рожениц отдаленных районов Тувы.